В Уральске прошел чемпионат области по дзюдо. Около 200 молодых спортсменов боролись за право представлять регион на чемпионате Казахстана. Чемпионат области собрал около 200 дзюдоистов со всех районов. Бекзат Каиргалиев не новичок в этом виде спорта. Занимается боевым искусством с 11 лет. Для него первенство региона – это хорошая возможность показать свои навыки борьбы. Дзюдо, крысмен. Начал заниматься дзюдо в 5 классе. Этот вид борьбы мне нравится. Сейчас я прикладываю все усилия, чтобы добиться успехов на областных соревнованиях. Цель – одержать победу на республиканском чемпионате. На сегодняшний день дзюдо популярно в регионе, продолжает уверенно развиваться. Поэтому чемпионат области среди молодежи и юношей по этому виду единоборства особенно важен. Победители получат путевку на чемпионат Республики Казахстан. Чемпионат Казахстана по молодежи пройдет в городе Ахтау, а чемпионат Казахстана по юношам пройдет в городе Астане. Сейчас на данный момент у нас лидеры области – это Зайзагалиев Нурсултан, Каиргалиев Бекзат, Сейтхалиев Сеним. Мы на них возлагаем большие надежды. Мы от них ждем медали после чемпионата Казахстана. Отличные результаты показывают наши спортсмены на международных соревнованиях, также отметил президент федерации. Среди чемпионов Тимерлан Кульбай и Гаухар Ермагамбетова. На Ермагамбетову, Гаухар, мы возлагаем большие надежды. Ждем от нее олимпийской лицензии на 2024 год, который пройдет в Париже, Олимпийские игры. Мы будем работать на олимпийской лицензии. Сейчас она готовится на чемпионат, на Гранд-Слам. Тель-Авив в Израиле. Победители чемпионата области наградили специальными дипломами и призами. Альбина Кумургалиева, Рустем Ищанов, Айдус Кисимов, телеканал Акжейк.